Лето приближается к своему экватору, а там уже и до сентября рукой подать. Чем же оно запомнится для юных кубанцев? Участники водного похода «Славянская кругосветка» уверенно скажут, что нынешнее лето они ни за что не забудут, ведь они покорили на лодках своенравную протоку. А это, поверьте, дорогого стоит. Краевая крейсерско-парусная школа вот уже более 12 лет проводит спортивно-туристический водный лагерь-поход «Славянская кругосветка», который уникален на Кубани. Его участники – подростки со всего Краснодарского края, готовые активно, используя для себя, провести летние каникулы. В первый день, когда ребята прибывают к месту базирования лагеря кругосветки, на берег протоки в Славянске на Кубани, где располагается и филиал крейсерско-парусной школы, они проходят инструктаж и тренировочные занятия, чтобы уже завтра отправиться в путешествие вниз по живописной полноводной реке, дойдя до Чуева. Река Протока отлично подходит для начала обучения водного туризма. Вот. Здесь прекрасные берега для стоянок, как раз таки для разбития биваков детских. Администрация Славянского района всегда идет нам навстречу в помощи в организации проведения водного похода. Вот. Нас всегда тут хорошо встречают. Вот. Ребята всегда довольны. Вот. Ребята всегда хотят вернуться в этот поход, в Славянскую кругосветку. И пускай у многих ребят еще совсем мало туристского опыта, а тем более для них в новинку грести на каноэ, но они не унывают и под руководством опытных инструкторов осваивают непослушную пока еще лодку, скользя на ней по спокойной водной глади затона. Они слышали много хорошего о Славянской кругосветке и уверены, что их ожидания оправдаются. Я приехал сюда с братьями. И с друзьями, со знакомыми из нашего района. Мы все вместе. Это очень хорошо, что мы приехали сюда. Я даже не надеюсь, а чувствую, что наша эта поездка будет очень хорошей, пройдет она очень хорошо. Будет, ну, интересно все. Я хочу это все, что произойдет у меня, чтобы запомнилось это все навсегда. Я еще хочу сюда приехать в следующем году, попытаться, если дадут уже поездку сюда. Краснодарец Александр Вуколов здесь уже во второй раз. В прошлом году ему все очень понравилось, поэтому он охотно решил принять участие и в нынешней кругосветке. Разбивать палатки также учишься, просто приспосабливаться, учение, терпение, потому что дистанции не такие уж и маленькие. Просто даже вот, допустим, прогреб определенный промежуток, приехал, разложил палатку и отдыхаешь. То есть, ну, это на самом деле, не знаю. Очень мне понравилось, поэтому я приехал сюда еще раз. Во время водного похода будут соревнования, развлекательно-познавательная программа и творческие конкурсы. Участники Славянской кругосветки, которая действует с июля по конец августа, а это сотни ребят со всей Кубани, смогут полюбоваться красотами родного края, оздоровиться, найти новых друзей и приобрести ценные туристские навыки. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».